Кот. Куда мы едем? Это видеоблог. Это видеоблог. Сейчас я пока еду. Пиздец. А вот тут все хорошо. Сейчас кушаем и выдвигаемся. Ну как тебе завтрак? Офигительно. Правда, проблема. Кому два, кому один достанется. Вот это сейчас будет битва. Да? На смерть. Водитель шапку пришел. Шапку почему не взял? Шапку не взял? Да. Да? Нет. Твою? Нет. Ждем водителя и двигаем. А ты, оказывается, в шапку. Да, ты че? А я что-то потерялась. Че, едем? 22 минуты. Ну что, мы в аэропорту. Значит, попали мы в... Как это называется? Это пиздец. Сначала... Решили мы поехать на машине. Приехали не на ту парковку. Нам сказали, что нет места. У нас уже оставался целый час. Короче, на парковке мы попали в яму. Мы застряли. И я пошла толкать, блядь. Ну, мы выбрались. У нас же машина мощная. Вот. И в итоге мы приехали сначала не на ту парковку, на которую надо было, но в итоге мы доехали на то, что нужно было. Да, и мы в аэропорту, и мы летим в Екатеринбург. Я уже думала, что мы не улетим. Та-рам-пам-пам-пам. А, еще какой-то хороший человек на каршеринге чуть у нас не въебал. А куда нам идти? А? От Сголту и КБ. Эй. Сейчас опять задумаюсь, как мама бы здесь одна разобралась и как она полетит. Ну, она не застрянет на машине нигде точно. Где зай? Да летишь? Всем рекомендуют фильм «Нити судьбы». «Нити судьбы» идет по России. Только попробуй, посмотри, все затянет, капец. Добрый день. Я не убью. Так, а народ идет. Итак, мы в Париже, пожалуйста. Знаете, кто это? Это я. Ничего ты снизу снимаешь, так некрасиво. А можешь танцевать? Как давно? Котя, стой. Здравствуйте. Этот запах. 202. Старья. Прям так и манит меня. Ну, внешне, как будто, блядь, персидские ковры идут.
Ну, та-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Ну такое, да, пойдет. Туалет маленький, твой. Бля, ванна кайфовая. Будь здоров. О, ванночка. Что же там такое? Я думал, это мешок. Скажи спасибо, что тебе хоть какие сувениры дают вообще. Так ты надень, блядь, на себя покажи. А что ты делаешь? Ну, неплохо, в принципе. Это стильно. Ты что думаешь? Идем жрать, потом идем на разминочку в 4 часа. С вами репортаж от самой быстрой девушки планеты. Что вы скажете сегодня? Я скажу, что тут как Нью-Йорк. Говорит, как Нью-Йорк. Хуй знает. Мне кажется, как Железногорск. У нас такие же, блядь, еще и повыше есть. Нам пиздили в Тануки хавать. Гуччи Г. А самое интересное, что вот этот автобус выехал только что из Гуччи Гэнга. Автобус Гуччи. Автобус Гуччи. Автобус. Жена. Ты куда идешь? Кушать. А что вы будете есть перед стартом? Расскажите, пожалуйста. Ну что я могу сказать? Как йогурт, я сейчас наелся, если плечи. Йогурты, блядь, никому не жрать перед стартом, это хуёво будет. Все, кроме молочки. Я буду есть суп и лапшу. Суп и лапшу, и пробежишь из 7.20. А вот мои тут. В итоге я расскажу историю. Пошли мы туда. Артём включил навигатор, чтобы мы дошли до ресторана. Но, как бы, кретинизм вроде у меня был всегда, и Артём пошел не в ту сторону. В итоге мы шли, а потом Артём понял, что мы пришли не в ту сторону, и нам нужно в другую сторону. Короче, залог такой. Успех. Прежде чем пожрать, надо хорошо походить, погулять. Так, порция номер один. Она твоя. Это залетает мне, а что залетит тебе? Это тебе не залетит. Нет. Коть, ну что? Как говорится, чтобы подготовиться к Токио, надо быть как Токио. Поэтому... Долго думал? Поэтому мы едим роллы. Да? Опасно. Опасно. Главное завтра не обосраться на старте. А так все нормально. Ну что, следующее блюдо — это лапшичка углеводиков. Надо хорошо закинуть перед стартом, да? А кроме углеводиков, что мы еще будем съесть? Жир. Жир. Сейчас же курочка подойдет. Масло. Один ролл. Нет? Два. Два ролла. Ну и последнее блюдо. Вот это вот. И вот это вот. Залетает вот сюда вот, и зато равно очень быстрое время на 60 метров. Да? Да. Ладно, надо пожрать, идти отдыхать. И куда идти? На разминку. Ты поел? Как себя чувствуешь? Это хорошо. Заряженный, полный сил. Что, теперь все поели? Сразу живот. Какой? Ну, можно вот сюда теперь сходить? Да, Коль, ну что ты на ногу какую-то снимаешь? Сходим сюда? Мальчики ходят в туалет, а девочки не ходят. А девочки просто не какают. Они вообще не какают. Вы знали? Ну что еще интересно? Не какают. Блять, вот это просто раз, два, три.
Да, рам-пам-пам. На полу сидит спи. Плазма. Ой, да ты уже снимал. Ой, не ходи, а буды. Упс. Тём. Ну что, let's go на разминку. Блять, разминка закончилась, я нажал видео, когда мы... А? Ну пойдем, ну там обойди сзади. Это не я. Короче, классика жанра. Карточка перестала работать. Ждем, когда жена выйдет из того угла и перенесет нам карточку. Кто? Я. Что сделали? В следующий раз ты пойдешь, и я себе с тобой не пойду. Почему? Потому что я ходила ключ магнитить. Вот это да. Наконец-то мы в нашем доме. Это вот продукт, который мы купили. Наконец-то можно смотреть сериал «Нити судьбы». Ура. Так, ну это последнее наше включение на сегодня. Пришли последний раз поужинать. Вот эта дама не хочет кушать. Поем я. Она решила по бару пробежаться. Да? Уже бегу. Она по бару, я по воде без газа. Посмотрим, что завтра лучше будет. Вода или бар. Что кушаете? Пельмени. Видно вот тут, как я насрал? Это видеоблог? Да. День до соревнований. Вкусно? Да. Ты кот. Тра-та-та-та-та-та! Хоть не отвлекай меня от кино. Так это видеоблог. Скажи последнее. А? А? Что? 2+2 умножить на 2. 2+2. Понятно, блядь. 8. 6. 2 умножить на 2. 4. А, ну да, 6. Ага, ну да. Пятерка по математике была. Блин, какой-то странный. Я знала, что нужно сначала умножить, потом прибавить. Да, только ты сказал 8. Все потому, что ты фрутоняню выпила вот эту. Самая быстрая девушка планеты. Смотрите, что ест. Доктор Корнер. Хлеб хрустящий. Невкусно, не пиздец, конечно. Пьет воду вот такую. И ест вот такую штуку. Так что если кто-то хочет быстро бегать. Фрутоняня, доктор Корнер. Святой источник. И киндер, блядь, не знаю, как называется, но это редкая штука. Где-то, блядь, как. Винтажная шоколадка можно назвать. Хуяжная. Иди уже. Видеоблогер. Ну вот. Ну чё? Вечер. Kinder Paradise. Жена как Kinder Paradise. Нормально, походу. Разминаю стопу. Смотрим телек, на котором ничего не видно. Тут носочки сушатся. Ну, в принципе, все как обычно. Скоро спать, так что до завтра. Ну что, доброе утро. Время 7 часов. Старт через 3 часа
Блять, просто очень рано. Ну, вроде ничего. Ноги вроде нормально двигаются. Сейчас идем умываться, завтракать и в манеж. Такие вот дела. Света нет. Ну что, быстро умывательные процедуры и жрать. Давай, пиздец. Вот, блядь. Пиздюк, блядь. Хоть там видеоблог я. О. Колхозный, блядь, укладка волос. Как его, смотри. Лайфхак, как уложить волосы. Раз, два, три. Все, мы идем одеваться и жрать. Встретимся в манеже, наверное, уже. Готов? Ты на завтра готова? Да. Double. Is it like a brown? Right. Все, нахуй, танцы, стоп, стоп. Никаких танцев с тобой. Я нихуя не снял. Темный. Я ничего не снял на разминке и на стадионе. Ну, надеюсь, получится все это с-
клеить, и получится нормально. Я машину отмываю, знаете чем? У нас на основной работе технички дают полымыть какую-то гадость там разливную, типа барбатухи. Вот, и ей отмывается исключительно. Еще запах такой хороший, да? А ее пить еще можно, наверное. Нет, пить не знаю, но моют машину. А вот автошампунь, этот реагент вообще никак. Не смывают. Да. Сводка очнулась. Возьмем интервью. У тебя интервью, конечно. Никто интервью не брал. Вот я ей мою, у меня дома миникеркер маленький есть. Слушайте, как можно. Если есть, да, возможность, конечно, нормально. Да, вот и на шампунишь, на полчаса оставишь, потом смываешь, все, более-менее. Все там банкеты, все это, вот эта хрень завезла. Хотя тут хорохорится, типа я строитель, а сам туда копнули. Да, он, кажется, просто его там, уж рука по большей части. Денег подняли, едем пройти. Ну, ты Собянин-то тоже с собой, что в Москву много собрал. По политике поговорим немножко, и политические дебаты. Ты побегал просто? Дель-Келлен Уорд собрала как надо деньги собирать. $700,000 за интимный фото. Летим домой. Ну что, очередной прием пищи подошел к концу. Покушали. Теперь можно идти в комнату номер 5. А потом отправляться на самолет в Москву. Вот такие вот дела. Видеоблог. Да вроде и так все знаю. Что ты снимаешь? А? Что ты снимаешь? Снимал, как красиво зовут. А? Что я качаю? Да тут у нас что поинтереснее есть. Нити судьбы. Нити судьбы? Нити судьбы. Ну все, я как коров. Здравствуйте. Как коров. Всем привет. Сегодня надо пиздец говорить. Летим домой. Наконец-то, блядь, ненавижу перелет. Это самое. А мы полетим на Бали. Наебно. Да, 2 часа еле высидел. Уже просто с ума сошел. Вообще после старта все болеть начинается. Каждую минуту это все болит еще сильнее. Терпения нету никакого. Ну, радует, что сейчас домой. Надо ехать до парковки еще. Надеюсь, мы успеем на этот автобус. Здесь сегодня не будет. И мы нигде не застряем, у нас никто не въебется, и мы спокойно доедем до дома. Так что встретимся в машине. Пингвины в Москве. Что, мы пропустили автобус? Мы проебали автобус. Мы пропустили. Потому что ты долго собирался. Потому что я долго собирался. Всегда долго собирается. Потому что я всегда долго собираюсь. Он ждет, пока все выйдут, и потом только он выходит. Да, потому что золотое правило, не надо, блядь, бежать с этого, пока самолет не встал.
Запомните это, не надо торопиться, но иногда надо. Поэтому ждем. Все, на месте. Привет. Спасибо. Спасибо. А куда ты пошла? А. Можешь ждать мне, я пока схожу, пока машина прогревается. Давай. Ну что, мы приехали в Москву. А ты дальше, нет? Че, где твоя малышка? Где-то здесь. Где-то здесь? Сейчас в машину потерять еще. Ну и че, где? О, пик-пик. О. Ну что, наше путешествие подходит к концу, мы уже едем домой. Оно уже закончилось давно. В смысле закончилось, мы домой еще едем. Осталось поесть. Может, поели. Перед вылетом надо поесть, после вылета обязательно. Что есть-то будет? И вопрос остался, да, что... Блин, давай купим вареников и сварим. Я вареники хочу. Ну, ешь вареники. С вишней. Я закажу твою пиццу, типа Папа Джонс. Деньги хватит тратить. На Лексус сколько? 30 получилось. Суки, опять. Но самое смешное... То, что не матерись. Что я ни одного видео не снял с разминки. И снял, но не включил. Да, я начал снимать видео, как мы разминались вчера на разминке еще в день перед соревнованием. И я думал, я включил камеру, а я ее не включил. Так и бывает. А мы где вообще едем? Я не особо понимаю, где мы находимся. Я тоже, я тут не была. Я надеюсь, у нас не попадки ведет. 12 минут, а не по платке 11 минут. Скоро бы домой приехать, а еще 9 ну, минут. Ну что, вот сюда? Я не знаю, смотри по сторонам. Ты что, не знаешь, что у меня плохо с... У меня жена право-лево, блядь, не различает, поэтому иногда приходится с навигатором ей подсказывать. А ты сам-то иногда видишь? Иногда это когда? Никогда ты хотел сказать? Через 100 метров, но вот здесь. Направо. Это направо. Да я знаю. Я не добрый вечер. Она знает. Не добрый вечер. Просто я навигатор иногда реально тупит. Особенно когда из-под моста выезжаешь. Я когда первую неделю ездила, выезжаю из-под моста, он мне показывает, что нужно на мосту развернуться. А я не понимаю, что делать. У меня паника, куда я еду. Они с навигатором, блядь. Нету друг зарядки, друга не могут я понять не иногда. Понимаю, и... что происходит. Да поехали ты прямо, да и все. Где мы вообще? Я не знаю. Где-то едем. Да, вот да едь, как он показывает. Так я и еду через 26 километров, надо съехать. Короче, увидимся дома или встретимся за едой. За ужином рождественским. Не знаю, какой он у нас будет еще. Свечки сейчас поставим. Да. Я варенье хочу. Так что... До скорых встреч. Моя жена. Я устала. Моя жена. Моя жена устала. Под ногами снег. Под снегом трава и земля. Январь. А телефон я забрала. Я не брала, он там лежит. Ну, жена, как обычно, забыла что-то в машине. Жена, как обычно, забыла да что-то хуй, в машине, ну, а потом вспомнила, что она не забыла. Классика. У меня только ноги будет. Кому-то, блядь, приехали. Походу, после праздников кого-то реанимировать. Кстати, к нам тут часто скоро. Вчера я пиццу заказал. А зачем ты заказал? В смысле, заказал? Котя, о, взял? Это мой, пока нет прав. Ой, неплохо. Ой, эх, вчера ты отсюда выходила с таким довольным лицом. Выходи. Дам-дам-дам-дам-дам. Браво, дом. А чем пахнет? Да, мусор. Что-то походу в мусор не вынесли. Конечно нет. Где он? Сходишь, вынесешь. Давай. Ладно, сейчас пойду выкину мусор, и мы с вами, дорогие подписчики, разберем пакеты и посмотрим,
Что у самой быстрой девушки страны в этих пакетах? Ждите. Ну, воняет, как... Ну что, приступим? Раз. У вас не знаю, что это. Так жена покупалась. Сейчас полной чашкой вот этой воды, и стукнулся в ковер, и не упало. Это хорошая история. Яички. Яички. Чесночок. Яички. Яички. Бекончик. Сегодня можно. Бекон не жить немного. Блять, мандарины, короче, все распадаются. Это жена ест. Это тоже жена. Кого? Ой, не мое. Блять, а это самые просто божественные чипсы, которые я в истории человечества видел. Надеюсь, вкуснее больше ничего не придумаю. Еще одни яички. Это самый лучший фрукт на планете. Фрукт? Наверное, тоже. Это не фрукт? Но это овощ. Ну, блядь, не фрукт. Ну, тогда это самый лучший овощ на планете. Котя, блядь, вырежь. Кстати, это? Нет, я не вырежу. Кстати, смех смехом, а авокадо это фрукт или овощ? Коль, ну, конечно, овощ, блядь, какой фрукт? У нас посудомойка чистая. Авокадо. Я читаю, пытаюсь найти. Ну, короче, ладно, это жена сказала, это овощ. Главное, чтобы потом жена овощем, блядь, не оказалась после таких слов. Сыр пармезан, хлебушек. Ну и это опять какие-то напитки жена берет, я не знаю, что это такое. Все? Все же надо. Пусто. Жена посуду домывает, которую я не знал. Которую мы вчера не помыли. Ну все, следующая остановка это приготовление пасты. Сейчас я вам покажу, где она находится. Да чем, ну зачем? Вот это мой уголок. Что это? Это нож? По-моему, это нуф. Как говорил один великий человек. Ну, короче, ладно, сейчас надо идти купаться, и жена будет готовить кушать. А я не буду сегодня готовить кушать, я буду завтра готовить кушать. Нужно еще сделать вот эту вот вещь. Под елочкой лежит. Они недавно перестали работать. Где-то дня два не работали. Я знатно обосрался, потому что не очень, когда это перестает работать. Кто? Кто? А, Норматек. Я думала, это при гирлянде. А. Артём, мы же решили не покупать пакет. Каёк. Там подарок какой-то остался. А. Артём. Что? Мы же решили не покупать пакеты. Да, мы решили не покупать пакеты. У кого, поставьте плюс, у кого вот, вот тут вот это все хранится. А мы купили вот один такой. И жена говорит, мы будем с ним ходить в магазины. Вот он уже неделю лежит, с ним никто в магазин не сходил. Ну, что, мне кажется, если вот туда его запихать, где-то в 2021 с ним кто-нибудь пойдет в магазин. Ой, просто на машине, нам надо в машину ходить. Тапки крутые. Ладно, дорогие подписчики. Пора готовить жрать. Я лучше вот так снимать. Блять. Пора готовить жрать. Куда ты ешь, Кузя? Она уже ест. Пора готовить жрать, пора купаться. До встречи за столом, дорогие друзья, когда уже все будет готово. Ляпота. Ну что? Приятного аппетита, жена. С победой. У жены вот аминокислоты тут стоят налитые. Гранд Нойер, не знаю. У меня тоже какие-то аминокислоты. Уже готовый напиток спортивный. Это же мой напиток. Доброе утро. Сам себе противоречишь. А? Сам себе противоречишь, что сказала, это мои напитки. Доброе утро. Доброе Сразу комплекс витаминов и аминокислот после старта восстанавливает хорошо. На бутылке написано употребить все 330 миллилитров за раз. Давай. Поэтому употребляем. С Рождеством, дорогие друзья. Я поговорила с Алексом.
Аминокислоты вкусные. А паста? Я сделала все, что могла. Она прыгнулась. Я не понимаю, чего ты еще отнимаешь. Уже ничего. Паста огонь. Бон аппетит всем. Надеюсь, вы все тоже сейчас едите. Ну или не едите. Ну, на этом день подходит к концу. Ты действительно хочешь поставить меня? Почему-то, блядь, камера перестала фокусироваться. Женщина, мы очень сильно устали, поэтому вот это вот сейчас, вот это вот. Еще убраться. Еще надо убраться и сделать штаны. Помыть жопу и лечь спать. Ну, вот и все. Этот влог заканчивается. И сериал вот этот сейчас наконец-то тоже заканчивается, потому что я его, блядь, уже четвертый день не могу смотреть, и жена его смотрит. Когда я говорю жена, мне кажется, что мне 40 лет. Почему? Ой, Екатерина Дмитриевна, да. Какая встреча, где на работе? Наоборот, прикольно, нет? Жена. Что нового происходит? Понятно. Разве Вадим не рассказал тебе все сплетни? Вкусно. Что, я что-то рассказывать? Нет. Работа, ну все. Всем пока. Помаши рукой, всем пока.